два журналиста, пресс-конференция после матча Челмет Динамо Балашиха. Хозяева победили со счетом 5-3. Сейчас мы послушаем мнение об игре тренеров, потом зададим вопрос, если они появятся. Антон Александрович, пожалуйста, на первое слово. Ну, во-первых, я поздравляю команду Мечел за проявленный характер, особенно в третьем периоде. Своих хоккеистов, конечно, обидно проигрывать 2-0 и 3-1 выигрывая. Допустили такие грубые ошибки, непростительные. Опытный Шибаев выкинул шайбу на пустого, получили гол. И Мечел почувствовал эту игру и, как говорится, довел игру до победного конца. Евгений Владимирович? Ну, мы ребятам говорили, даже проигрывать 2-0 после второго периода. У нас такая же игра была на выезде с Динамо. Мы тоже 2-0. Ну, в две шайбы проигрывали. Сумели довести до овертайма. Это говорит о том, что можно и два гола забивать, и сравнивать. Мы и за 5 минут 2 гола забивали, поэтому просили играть до конца. Но ребята характер проявили. На третий период вышли. Не получалось, видать, надо было забить, чтобы пошло. Молодцы. Не остановились, даже при счете 3-3 начали все равно атаковать. Контратака, забили. Молодцы, ребята. Вопросы? Ну, давайте.